Молочко для разглаживания и термозащиты. Это несмываемый уход для волос, который может использоваться двумя вариантами. Либо на свежевымытые волосы наносится, из спрея, например, да, можете нанести. Либо можете нанести на руку и непосредственно нанести на волосы данный уход. Либо вы можете, если у вас, например, сухие кончики, которые расслаиваются, вы можете даже в течение дня нанести небольшое количество только на кончики. В то же время вы можете использовать его как после бальзама или маски, если вы используете такие средства после мытья волос, так и самостоятельно вместо бальзама и маски, если у вас, например, нет времени или некомфортно использовать многократное промывание волос, потому что, допустим, у вас пересушенная длина, и не всегда вы можете использовать двойное очищение водой. PH данного средства 3,5. Из этого следует, что данное молочко будет очень хорошо сохранять цвет окрашенным волосам и также будет очень физиологично для волос, которые подверглись каким-то уходовым процедурам, ламинированию и так далее. Данное молочко обеспечивает защиту цвета за счет запатентованного комплекса хромозон на основе липосомального околоплодника граната. И, кстати, этот компонент еще и обладает функцией антиполюшен, то есть предохраняет от агрессии внешней среды, от смога, от всяких вот этих вот веществ, которые повреждают волосы, находясь у нас в воздухе, в атмосфере. Также обеспечивает термозащиту. Здесь есть силиконовые компоненты, которые обладают свойствами создавать термозащитный слой, и волосы не повреждаются при укладке, например, термическим способом, феном, термобигудями, допустим, стайлерами, щипцами, гофре или кто вытягивает волосы. То есть это будет тоже незаменимым вариантом ухода. В качестве активов здесь еще есть, конечно же, пантенол, есть ниацин, есть различные экстракты, которые обеспечивают гладкость, блеск волос, ухаживают, удерживают влагу, обладают антиоксидантным действием и предотвращают электризацию волос, да, то есть снимают статическое электричество. Может использоваться ежедневно, может использоваться эпизодически, как, собственно, вам удобно.